Депутаты Ленинского городского округа совместно с руководством территориального отдела Булатниковска решили в юбилейный победный год поздравить тех, кто прошел через ужасы войны, а ныне проживает в нашем муниципалитете. Очень много предпринимателей участвовали в такой большой благотворительной акции «Помощь ветеранам, участникам войны, тружникам тыла, да, и детям войны». Галина Мироновна Федотова – человек с непростой судьбой. Она родилась в Ленинграде и оставалась в городе на Неве в то время, когда он был отрезан блокадой. Выстрелы всякие. Вот. Конечно, страх был большой. И голод наш. Ну, вот как видите, выжили мы. Пережив войну, она вместе с семьей уехала в Карелию, где выросла и вышла замуж в первый раз. К сожалению, в скором времени муж умер. Позже та же участь постигла и второго мужа Галины Мироновны. После двух браков у нее осталось двое детей, которых ей удалось вырастить и поставить на ноги. А когда наступили тяжелые 90-е годы, чтобы свести концы с концами, женщина уехала на заработки в Соединенные Штаты Америки. Там она стала домработницей и ухаживала за инвалидом. На тот момент Галине Мироновне было уже 60 лет. А его надо и обмыть, и приготовить, убраться, все сделать, правильно? Языка-то плохо, коряво. Ну, не знаю, конечно, так. Но они меня понимали. А мне что надо? Приготовить, убрать. И все ухаживала. Проведя в Америке 4 года, наша героиня вернулась в Россию. С недавних пор проживает в жилом комплексе «Бутово парк». В новой квартире ей не хватало только духового шкафа на кухню, о чем и позаботились меценаты. Все предприниматели, которые активно приняли участие в поздравительной кампании, отозвались и участвовали с нами вместе в поздравлениях. Конечно, мы от души поблагодарим этих людей, потому что это очень важно, очень приятно, чтобы бизнес был социально активный, социально сознательный. В свою очередь Галина Мироновна поблагодарила всех причастных за подарок и в будущем пригласила на чай с пирогами. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.